Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире городского телеканала ЮТВ «Супер Афиша». И сегодня в программе лектории, званый ужин, рок и поп-музыка. Киноафиша и моя любимая рубрика «Бесплатный Уфа». И в студии медведь-маг, чей патронус – это жареный пирожок с картошкой, Сергей Бархатов. И человек, который прочитал, бунтарь, который прочитал все вредные советы Григория Остера, но сделал наоборот и вырос хорошим мальчиком, Михаил Павлов. У нас сегодня максимально разнообразная повестка недели, поэтому и гостя мы позвали, человека с разносторонними интересами, душу и сердце Бара Синебрюхов, нашего большого друга, гурмана-меломана Айвара Ахмадуллина. Здравствуйте. 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 Давайте начнем выпуск вкусно, ведь во вторник в ресторане «Браухаус» уже как на работу с очередным званым ужином приезжает шеф-повар Сергей Малаховский. Тема вечера – Германия в миниатюре. Как будто выставка, да? Галерея какая-то. Какие там миниатюры блюд будут представлены? Пиво, баварский салат, кнедли с картофелем, со шпинатом, шницель, айнтопф пихельштайн, ну, перевод будет, да, я думаю, ягодный штрудель с кардамоном и корицей. Вот. Замечательно. Классика, наверное. Ну, конечно. Классика немецкой кухни. Да что я за человек-то такой хороший. Ложку обратно не буду выпускать. Куда, в раковину. Вкусно. Давай начнем с Сергея Малаховского. Наблюдал ли ты за этим поваром? Достаточно популярным на канале «Еда», наверное, самый узнаваемый. Да, один из самых узнаваемых героев телеканала. Замечательный питерский шеф-повар, бизнесмен. Так как у него имеются несколько своих заведений. Куда ресторатор. Деваться? Интересный факт, что помимо званого ужина в «Огнях Уфы» в ресторане «Браухаус», он поставил там меню, собственно говоря. Круто, да. Очень. Да, кажется, поэтому да. Каждый из вас, каждый из зрителей может посетить и в свой не только день, в рамках званого ужина, да, посетить и попробовать его меню, в общем-то. Вот. Ну, такой человек я. Да простят мне боги кулинарии. Германия, я думаю, для тебя, как для любителя пенных и интересных напитков, гастро-страна привлекательная. Конечно, она очень мясная, очень сытная, очень колоритная кухня. Очень интересные, интересные сочетания, вроде бы несочетаемых продуктов, но, тем не менее, в итоге при правильном приготовлении, в общем-то, получаются замечательные вещи. Естественно, подходящие к пенным напиткам. В общем, гастроужины – тема у нас сравнительно новая в Уфе, то есть они проводятся, но проводятся редко, и, в принципе, здорово, что «Браухаус», так скажем, сделали букинг. Тем более от приезжих поваров. Замечательно, да, тот факт, что приезжают именитые повара, да, да. То есть, да, знаю, что у нас есть и местные замечательные повара, их очень много, но радует. Ну, это как гастроли, как сходить, да, на концерт, да, только, да, покушать. Я вот ходил в свое время на Лазерсона, было классно. Ой, замечательно, ой, замечательно. Я так и не успел, к сожалению. Я. Да он приедет так еще в этом году точно, так что не расстраивайтесь. А пока, друзья, можно сходить на Сергея Малаховского, на мастер-ужин «Германия в миниатюре» в ресторан «Браухаус» во вторник, 16 апреля. Начало в 19:30, стоимость человека 1500 рублей. Но ужин – это не единственное, чем можно заняться в «Огнях Уфы» во вторник, потому что со своим самым большим российским туром приезжает американская рок-группа «Skillet», некогда известная как христианская рок-группа. Христианская, да, точно. Давненько не было у нас, ну… Ну, они не слушай, старые еще ребята. «Skillet», они же с 2006, ну, вот с тех годов появились, да, как да. На наших экранах, так скажем, так они и до сих пор. Группа «Skillet», что скажешь? Ну, не твоя самая любимая группа, да? Знаете, я слушаю ее, сравниваю с похожей группой, которая играет альтернативный рок, с Limp Bizkit. С Linkin Park. Вот. Я являюсь давним фанатом этой группы. Вот, поэтому постоянно сравниваю музыку, нахожу какие-то общие мотивы, моменты. В целом, интересная группа, я бы, наверное, сходил бы, посмотрел бы на нее, потому что все-таки группы западного характера, да, то есть американские группы, во-первых, не так часто посещают наш город, и это уже радует, что они приезжают к нам, да, в Уфу, в наш небольшой город приезжает настолько такая большая западная группа, достаточно известная, поэтому я постараюсь найти время посетить. Hey,
Скиллет, 16 апреля, вторник, Огни Уфы, билеты от 2200 рублей, начало в 20:00. Ну а в среду в клубе 11 выступит панк-группа под названием «Ёрш» со своим новым альбомом «Нет пути назад». Прямиком из нулевых, название с альбома, собственно, соответствующее. Группа «Ёрш». Слушал ли ты ее, когда было был популярен панк-рок российский нулевых? Или ты слушал другие группы? Да, удавалось мне послушать, слушал. Не так часто. Как хотелось. Ну, я считаю, что это одни из самых ярких представителей панк-рок сцены нашей российской. Очень интересно играют, слаженно. Я, знаете, что могу от себя добавить? Я вот постоянно, когда мы анонсируем концерты, все равно так или иначе там слушаешь, что у группы недавно выходило. И в сравнении, там, я не знаю, что из последнего мы там рассказывали, группа «Бригадный подряд», ну, и да, там «Волга-Волга» даже, не с каверами, а со своими песнями. Да, группа «Элизиум», которая, ну, что уж греха таить, была гораздо популярнее в свое время, чем группа «Ёрш». Их современное творчество, ну, вообще практически не составляет никакого интереса. А группа «Ёрш» сумела сохранить какое-то настроение того времени. То есть, включив их альбом там 2017 или 2018 года, я услышал абсолютно ту музыку из там 2006-2007, но это и неплохо, потому что именно такое ее полюбили. Вот, и поэтому вот именно прослушивание их нового материала у меня оставило какие-то приятные впечатления. Ну да, хочется сказать заезженные слова, там, где мой 2007-й, да? Панки хоррор подстоит вот эти слова. А ты, кстати, ты же там на эмо елку ходил, у тебя богатая биография, ты с группой Ёрш вообще как-то дружишь? С группой Ёрш я вообще не дружил в то время. Когда на эмо елку мы ходили, там были всякие Оригами, Джинэйр, Невер Смайл, 7000 баксов, вот эти группы были тогда, да. А Ёрш, я вот честно скажу, я почти первый раз название услышал, когда мы начали анонсировать его. Вчера я послушал, естественно, все это. Позавчера даже начал слушать все это, готовясь к программе. И, в принципе, да, для того, что такие группы существуют у нас сейчас, это имеет место быть, я всегда так говорю, потому что это круто. Любая музыка, она крутая. Ну, конкретно эта музыка, она имеет свою фан-базу из тех времен. И для тех, кто не как Михаил услышал недавно название группы «Ёрш», у нас есть видеоприглашение от артистов. Привет, Уфа, привет, супер афиши на ЙОТВ, мы группа «Ёрш», и 17 апреля мы играем в клубе «Огни Уфы». Ждем вас всех на презентацию нашего нового альбома, а сейчас мы едем в поезде полном людей. На Урал, после чего отправляемся к вам. Группа «Ёрш», 17 апреля, среда, клуб 11, начало в 19:00, билеты 900 рублей. А в четверг все в том же клубе 11, на следующий день не успевает остывать. Танцпол, сцена. Да, вообще, в общем, да, смотри, как собрали. Они расцветают вновь, по ощущению. Да. Похвально. Площадки востребованы. В общем, выступает группа в четверг Урацаки Доджи, которая сочетает в своем творчестве black metal и хип-хоп. Оттого и альбом, который они привозят в Уфу, называется Black Hop. Да. Смешение жанров, особенно таких зачастую экстремальных. Кажется ли тебе это интересно? Да, довелось мне ее послушать. Если мне не изменяет память, группа создавалась в 2006 году. Да, и изначально группа характеризовала себя как grindcore группа, да? Далее она, наверное, расширила свои границы, ушла немного в индастриал, в хип-хоп, ну и создала некий свой жанр, вот, под названием Black Hop. Вот, очень интересные звуки, характерные именно жесткой музыке, отчетливые. Да. Ну вот сочетание именно с хип-хопом, как вы считаете, находит сегодня своего слушателя? Думаю, да, потому что это ясно, что хип-хоп и рэп сегодня популярны достаточно, и одна из разновидностей, да, как тяжелый хип-хоп, назовем это так, да, то есть черный, блэк. Я думаю, что тоже нашел своего слушателя среди многочисленной, многомиллиардной, многомиллионной аудитории именно. Ну, в Уфе человек 500 соберется, будет уже большая удача. Я думаю, что соберется.
Группа, кстати, дорогие друзья, тоже приглашает вас на свой концерт. Группа «Уродцы-кидачи». Приходите на наш концерт в Огни Уфы. Клуб 11, 18 апреля. Урацаки Доджи, 18 апреля, четверг, клуб 11, билеты 500 рублей. Немного смягчим настроить, в ресторане Максимилианс выступит еще один артист, ну и почему еще один, лейбла Black Star, артист Натан. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Это вот его песня. Но сначала шепну небрежно. Слышь, ты че такая дерзкая? Продукция лейбла Black Star, мужчины. Что скажешь? Ты по поводу еды или по поводу всего? По поводу всего, но не сказал бы, что я являюсь слушателем и... Целевой аудиторией. Да, целевой аудиторией я точно не являюсь. Пробовал еду, слушал музыку, примерял на себе одежду. Машину не мыл, ну да. Машину, слава богу, Black Star на себя примерял? Примерял, да. Ничего. Только примерял на руку, как кукольный театр показать. Привет, я Тимати, а я Егор Крид, у меня истек контракт, теперь я Егор Булаткин. Ну, в общем-то, из всего вышеперечисленного ничего меня не впечатлило. Ну, Натан, я думаю, что поскольку такой певец универсальный, вот, возможно, не прямо отдельно на него кто-то придет, но люди, которые захотят провести вечер, например, собраться с компанией или девушку своей, они такие, о, а там вот поет Натан. А мне кажется, много. Погуглили и такие, а, ты слышишь, ты что такая дерзкая? Слушайте, у нас же есть вполне себе ресторанные шляги. Много поклонников Black Star Label в городе. Так что, я думаю, пройдут. Почему бы и нет? Натан, ресторан Максимилианс, 18 апреля, четверг, начало концерта в 21.00, билеты от 900 рублей. Перейдем, друзья, к спектаклю. Во вторник на сцене Русского драматического театра можно будет посмотреть постановку, одну из драматических постановок, одну из самых популярных в нашем театре, по произведению Михаила Юрьевича Лермонтова, называется «Маскарад». Вот как вы к Лермонтову? Ну, это гениальный русский классик, хочу сказать, знаменитейший, на весь мир, полагаю. Вот. Вообще, сама история «Маскарада» очень интересна. И я полагаю, что наши профессиональные актеры Башкирского драматического театра... Русского? Да, Русского драматического театра. Да, я полагаю, что достаточно хорошо должны исполнить свои роли. Тем более на сцене одни профессионалы. Чего только, чего только стоит. Вот Мишна супругу вот играет в том числе. Вот, замечательно. Ну, замечательно. На роли, в роль маски, конечно, там сзади. Но! Тем ничего, не да, тем не менее. Ты вообще как относишься к тому, когда классику делают там не классическую постановку. Некое новаторство. Да, да, они вводят что-то. Ну, это хорошо, конечно. Потому что искусство, оно должно подстраиваться, я полагаю, театральное искусство, оно должно подстраиваться под ритм современной жизни, чтобы новое поколение, чтобы молодежь могла понять. Ведь некая старая постановка, возможно, для людей юного возраста, будет не совсем понятно. Будет не совсем понятно, и поэтому я думаю, что вот эти новаторства, они не просто хороши, они обязательны, я полагаю. «Маскарад», 16 апреля, Русский драматический театр, начало в 19.00, билеты от 200 рублей. Друзья, в пятницу в театре «Кукол» можно будет посмотреть взрослый спектакль. 12+. По мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна. Индийская легенда». Ну, спектакль с историей, позвольте вам несколько фактов приведу. Он вообще поставлен был в 87 году. На тот момент главным режиссером театра, легендой нашего театра «Кукол» Павлом Мельниченко, а художественным оформителем занимался известный художник Наиль Байбурин. Вот, постановка была тепло принята зрителями, и, собственно, ну, наша труппа ездила с ним в Индию 3 раза, потому что это их эпос, и она была удостоена премии имени великого индийского освободителя Джавахарлала Неру.
Вот, она, я насколько понимаю, за благодарность индийско-советской дружбы. Вот. Ничего себе. Достаточно уникальная награда, и возобновленная версия, то есть вот которая сейчас идет, это, ну, как бы такая дань памяти тем замечательным людям, вот, Байборину и Мельниченко, которые сделали эту постановку, вот, и сейчас она снова введена в репертуар, и время от времени ее будут играть. Театр кукол, но при этом не совсем детская постановка и индийский колорит, как тебе кажется? Во-первых, очень радует, что наш городской уфимский театр кукол функционирует. Это очень радует. По ощущениям, он возрождается. Сама постановка очень интересна, потому что помимо кукол там будут задействованы живые актеры, которые будут также присутствовать на сцене. И это будет некий такой смешанный стиль кукол и живых актеров. Интересна экзотика, не присущая нашему русскому... Нашей русской полосе. Да, то есть увидеть Индию посредством кукол, опять же, и живых актеров, мне кажется, это очень интересно. Увидеть Индию не в формате Болливуда. Да, да. Все-таки, да. В формате эпоса. Да, в формате эпоса, да. Я считаю, что это интересная идея. «Индийская легенда». 19 апреля, пятница, театр кукол. Начало в 19.00, билеты 250 рублей. Еще во вторник можно будет посмотреть спектакль от проекта «За театр» по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия». Я ищу в тебе что-то типа того, ты, моя дорогая, просто бриллиант. Сталкивался ли ты с «За театром», с творчеством этих ребят? Да, они молодцы. Молодцы, новаторы. Интересно подают информацию. Полагаю, что если получится, со временем я обязательно схожу на этот спектакль, на эту комедию. Ну, такая трагикомедия. Трагикомедия, даже, да. То есть сама идея интересна. Я полагаю, что посыл у ребят будет тоже очень интересным. Как для молодежи, так и для взрослой публики. Как ты вообще относишься к современной драматургии? Потому что есть люди, которые говорят, я не хочу там смотреть на какие-то эмоционально неприятные моменты, нецензурную лексику, ну, и так далее. Да. Ну, в общем, у многих современная драматургия именно с этим ассоциируется. Как ты относишься именно к откровенности на сцене? Я считаю это вполне нормальным. Ведь в конечном итоге дело вкуса. Вот дело вкуса, это правильно. Да, они все-таки не шоколад, чтобы нравиться всем. Они горький шоколад. Они горький шоколад. Вот. И на них есть свой зритель, свой любитель. Чтоб тебя не было, Барбара, нигде! Кажется, он мог бы называться «Страстная страсть». В общем, ребята молодцы. Они продвигают некую такую хорошую альтернативную театральную культуру. Как в Уфе, так и, наверное, за пределами Уфы. Полагаю, что они выезжают очень часто на какие-то, наверное, гастроли, пусть недалеко, но тем не менее. Ну, тем более здесь пьеса Вырыпаева, он, так скажем, среди любителей современной драматургии фигура известная. Вот, многие даже еще помнят времена, когда он фильмы снимал. Кстати, проект «За театр», как мы сегодня их назвали, «Горький шоколад», приглашает вас на спектакль «Солнечная линия». Ты часто ругаешь своего парня? Ты не понимаешь свою жену! Ты в кризисе в отношениях! Тогда тебе к нам! 16 апреля! В 20.00! В 19.00, дурачок! Тогда приходи в 16, попей кофе и приходи в 19.00 на спектакль! «Солнечная линия»! По пьесе Ивана Вырыпаева! Мы ждем именно тебя! «Солнечная линия», 16 апреля, начало в 19.00, билеты 500 рублей. Во вторник, 16 апреля, на площадке Whitehall на территории Dusko Garden в рамках лектория «Прямая речь» пройдет лекция писателя и филолога Дмитрия Быкова на тему «Русский анекдот как литературный жанр». Давайте посмотрим анонс этой лекции от самого Дмитрия. О том, какова традиция русского анекдота, какова история и генеалогия этого жанра, каковы его особенности и композиционные, и лексические, и почему он бессмертен оказался. Анекдот – это высшая форма рабства или высшая форма свободы? Вот обо всем этом мы поговорим с любимым уфимским зрителем. Лекция на общеобразовательная, скажем так. На русский анекдот, тем более. Вот, русские анекдоты. Ты много общаешься с людьми, взаимодействуешь с гостями. А? Как, жив ли русский анекдот? Расскажи-ка. Рассказывают ли анекдоты? Конечно. Достаточно часто, после нескольких бокальчиков пенного, да, душа раскрывается. А есть любимый у тебя анекдот какой-то? Может, расскажешь? Я просто люблю анекдоты очень сильно. Но он пошлый. Сильно пошлый?
Сильно. А можно заменить слова? Вот смотри, ты говоришь, гости рассказывают анекдоты. А вообще в целом, как ты считаешь, вот в мир интернет мемесов жив ли русский анекдот? Да, анекдоты живы. Анекдоты живы. И не сказать, что я встречаю какие-то новые анекдоты. Не появляются новые персонажи. Да, не появляются. Вот Роман Тростенберг, помните? Отгадывал просто вот анекдоты все. Ну, это, наверное, мастер анекдотов всей Руси. Наверное, да. Тем более, здесь наверняка будет исследоваться именно культурная основа, то, насколько отражали анекдоты нашу действительность, тем более от такого талантливого человека. А вот анекдот, как Дмитрий Быков. Это изобретение русское? Или чье? А вот это, Миша, ты узнаешь, когда сходишь на лекцию, которая называется, собственно говоря, «Русский анекдот». Спасибо, Сергей. «Русский анекдот как литературный жанр». 16 апреля, вторник, Whitehall, Dusk Garden. Начало в 19.00. Билеты от 1000 до 2000 рублей. Ну и, наконец, юмор, друзья. Помимо русского анекдота, здесь да, все-таки будет анекдот образовательный. А в четверг, опять же, в «Огнях Уфы» можно будет сходить и посмотреть офлайн на шоу канала ТНТ «Однажды в России». Мы с тобой больше не работаем, понял? Да! Yeah. Что? Мы от тебя уходим, you know? Один вопрос у меня. Вот, понятно, стендап, да? Вживую послушать всегда интересно, комики возят спешлы. А когда это шоу, когда возят, возили ту же самую нашу Рашу и просто из-за кулис выходили Галустян с Светлаковым в разных костюмах. Импровизацию сейчас возят «Однажды в России». Насколько тебе кажется это интересным вживую посмотреть? Ну, мне как фанату все-таки КВН, а я люблю КВН, я вырос на этом юморе. Мне, во-первых, просто хочется увидеть их вживую. Ну, а, да. Вот. Да, мне просто хочется их увидеть вживую. Я полагаю, что они будут так же искрометно шутить, как и с экраном телевизора. В других городах. Да, вот. Хочется увидеть все-таки какой-то интерактив со зрителем. Я полагаю, что возможно будет. Возможно, думаю, что это будет. И это будет, несомненно, интересно. Я полагаю, что туда придут не просто люди, которые захотят как-то провести вечер, а придут непосредственно к ним, чтобы увидеть целевая аудитория. Целевая аудитория, совершенно верно, да. И в целом, я думаю, что замечательная идея у организаторов пригласить их к нам в Уфу. Подкинули наркотики! Не виновен! Вы просто верите на слово этому человеку? Подкинули наркотик! «Однажды в России», 18 апреля, «Огни Уфы», начало в 19.00, билеты от 1200 до 3500 рублей. Айвар, спасибо, во-первых, большое, что пришел. Во-вторых, в баре «Синебрюхов» можно увидеть нашего замечательного гостя. Всегда приятно пообщаться. Не все же, знаешь ли, в бар ради выпивки ходить. Конечно. У вас же еще бывает иногда музыка. Да, бывает. Бывает, мы все-таки решили предоставлять помимо хлеба еще и немного зрелищ, поэтому да, приходите по выходным, иногда у нас я выступает. Я вот не был ни разу в баре «Синебрюхов», поэтому мне теперь очень хочется прийти. Сергей, мой любимый день – это день зарплаты, как я думаю, у всех. Какое откровение. А сейчас рубрика, на которую зарплата не нужна вообще. Вот. Рубрика «Бесплатная Уфа». Эх, с каким энтузиазмом Михаил всегда это говорит. Вновь в центре современного искусства «Облака» пройдет открытая выставка Камиля Бузыкаева «Кербес». Карикатуры на самые актуальные темы выполнены на кирпичах. Выставка открыта до конца апреля с 10 утра. А в галерее «Мирас» можно также посетить выставку, на этот раз графики Мили Гатауллиной, которая называется «Над моей деревней родилась звезда». Выставка открыта с 25 апреля, а галерея работает с 12.00. Так что все поклонники графики, особенно в таком романтичном исполнении, в весеннем очень настроении от Мили Гатауллиной, будете гулять, не знаю, в будни или в выходные, потом в последующие тоже, можете заглянуть и получить такой хороший... Приобщить себя к искусству. Да, заряд изобразительного искусства. Ну а в пятницу в пабе «Морис» вы можете послушать группу Уфы, группа Magic Five, потому что один из вокалистов там непосредственно Михаил Павлов. Начало если... в 23.00. Ну, и для... вход свободный, бесплатно, естественно. Но да, для тех, кто не ложится спать в 9 вечера и хочет увидеть и услышать наконец-то пение нашего прекрасного ведущего, который любит бесплатные мероприятия, приходите в пятницу в паб «Морис», будет весело. Какие песни будешь исполнять? Разные, актуальные песни, так скажем, радио и диджей. Давай топ-1 песня, которая тебе сейчас нравится, которую ты поешь.
Bloodhound Gang поешь? Bloodhound Gang поем, да. Это вы уже достаточно. Led Zeppelin и все остальное может прозвучать на этой площадке. Может и LJ прозвучать, и Arctic Asti. А может и Дима Билан. И в завершении выпуска киноафиша. Про новую версию экранных приключений Hellboy расскажет Сергей Бархатов. Я вообще-то за вас! Виноват, мой косяк! За постановку новой, более мрачной версии Hellboy отвечает британский режиссер Нил Маршалл, который в нулевые снял прекрасные хорроры «Спуск» и «Псы-воины», а позднее ушел на телевидение и делал эпизоды для топовых сериалов, среди которых «Ганнибал», «Черные паруса» и «Игра престолов». Когда началось восстание, мы сражались вместе плечом к плечу. Это здесь. А ты чего ожидал, таблички «Секретный штаб»? Ты паспорт покажи. Вы серьезно? Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой Королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис. Нам мир не пора спасать. Она делает что-то особенное. Ага. Разбивает рожи она неплохо. Новым экранным лицом Красного стал актер Дэвид Харбор, больше всего известный по роли шерифа Хоппера из сериала «Очень странные дела». Его названного отца профессора Брума играет звезда «Американских богов» и «Четвертых пиратов» Йен МакШейн. Мила Йовович исполняет роль Кровавой Королевы, ну а Томас Хейден Чёрч играет супергероя из вселенной Хеллбоя по имени Лобстер Джонсон. Последняя и единственная надежда человечества. Я думал, мы боремся с монстрами, а не работаем с ними. Это я монстр, чувак. Ты свою харю в зеркало видел? Он мудил. Также на экранах артхаусная фантастика «Высшее общество». В главных ролях Роберт Паттинсон. Роб Паттинсон и Жюльет Бинош. Вот. Мне очень нравится Роберт Паттинсон в своей взрослой ипостаси, многие фильмы, в которых он играет, поэтому «Высшее общество» рекомендую. Также французская семейная картина, которая называется «Мия и белый лев». То вот, вот в детстве Бетховена любил смотреть? Бетховена, да. Ну, вообще фильм про животных. Мне, знаешь, Бетховен, он добрый. Мне очень нравится. А злой какой? Космический джем? Нет, не злой, а грустный. Это вот «Белый бим, черное ухо». Ну, здесь... Классный фильм для тех, кто вот смотрел, возможно, французскую трилогию про собаку Белли Себастьян. Будет интересно посмотреть «Мия и белый лев». Там еще играет звезда «Бесславных ублюдков» Мелани Лоран. И также на экранах в честь 40-летия вновь культовая классика Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Смотрел ли ты этот один из лучших военных фильмов всех времен? Нет. У тебя есть прекрасная возможность сходить в кино, если среди своих 800 работ ты до него доберешься. Надеюсь, доберусь. Дорогие друзья, если вы обладаете информацией о событиях в нашем городе, об интересных или очень интересных, то сообщайте нам на номер WhatsApp или Telegram 8-987-046-54-54. И, возможно, если эти события окажутся очень интересными, как я и говорил уже об этом, мы опубликуем и расскажем в нашей передаче «Супер Афиш». Дорогие друзья, надеюсь, что вы приятно провели время в нашей компании в ближайшие полчаса. Как иначе? И теперь точно знаете, куда сходить вкусно и интересно на этой неделе со вторника по пятницу. С вами была программа «Супер Афиша». И, как говорил классик, ходите куда хотите.